средства уже находятся в городе Канске. На сегодняшний день они переданы на площадку, точнее в агентство госзакупки. И сейчас рассматриваются, в ближайшие дни будет заявка обработана и выставлена на торги. Если более подробно, то это значит, капитальный ремонт дорог, программа 36 миллионов рублей, которая включает в себя улицы города, могу даже назвать эти улицы, то есть улица Коллекторная, от улицы Дружба до Красной Армии, улица Советская, от Краснопартизанская до Московской, улица Целинная, вторая Космонавтов до СНТ, улица Баграда от Котлера до Дружбы, улица Урицкого, от Коростева до Бородинской, улица Горького, от улицы Кландрашили до улицы Ленина. Значит, следующее направление, на которое тоже уже средства есть, и также заявка передана в ОГЗ в работу для размещения на торги, это 44 миллиона рублей. Это ремонт нашего путепровода улицы Декабристов. Тоже будет выполняться в этом году, в ближайшее время. Кроме этого, 100 миллионов рублей поступили в бюджет Канска на восстановление улицы Залесной и укладку асфальта на участках улиц Товарная и Транзитная. Также специалисты ожидают уведомления от Министерства транспорта на выделение 21 миллиона рублей на ремонт предмостной площади и участка улицы 40 лет Октября от кольца до ЖД переезда. И 92 миллиона рублей от Министерства экономики на ремонт дорожного полотна в промзоне в районе Кызылмака-Маяк.